За труд на земле. Список заслуженных работников сельского хозяйства Российской Федерации пополнился еще одной фамилией. Звание удостоен Николай Енидеров. Наша творческая группа побывала в Яльчикском районе, где он работает много лет. Для Николая Енидерова техника – дело всей жизни. Он всегда интересовался точными науками, конструированием. Именно поэтому после школы поступил в Ульяновский сельскохозяйственный институт. Получив диплом инженера, вернулся домой. Через его руки прошел чуть ли не весь парк сельскохозяйственной техники. Приобретение новой, ремонт старый – так набирался опыт. Сегодня Николай Георгиевич – главный инженер сельскохозяйственного производственного кооператива «Рассвет». К новому званию еще только привыкает. Я, может, даже как-то стесняюсь этого слова, что я заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации. Конечно, это очень признательно я за это звание, но в то же время это и очень ответственно. Фамилия Енидеров звучит как гарантия качества. Коллеги всегда обращаются к нему за помощью. В районе его все знают, все инженеры района с ним дружат, все к нему за советом приходят. Это звание достоин он, ему дали за многолетний плодотворный труд. СХПК «Рассвет» – многопрофильное предприятие, известное в республике. Здесь возделывают зерновые культуры и занимаются скотоводством. В работе 21 единица техники. Вся она под контролем Николая Георгиевича. Как человек творческий, он старается усовершенствовать отдельные процессы. В числе последних разработок – высокопроходимый разбрасыватель минеральных удобрений. По весне используем мы эту машину, она не тонет, проходимость очень, очень высокая и тонну удобрений забирает. Несмотря на возраст, Николай Георгиевич не собирается оставлять работу. Надо обучать молодых специалистов, чтобы была достойная смена. Богдана Дойникова, Игорь Зверев, Республика.